Так, заходи. Правила знаешь, мосты, звездочки. И сыграй. Вот что я уже забыла. Я одной захожу, да? Заходишь первой, ну. Карту заведи, ну, покажи концы звездочками. Твоя цель также постараться выкинуть все карты. А то есть я начинаю, потом устраиваю комбинацию дальше, да? Может быть, в самом деле, когда 8-9 человек заводить вторую колоду, но надо должен быть другой цвет, что ли, чтобы потом, когда игра закончилась, визуально это различать, нет? Ну, это кажется неудобно. Что-то нет, наверное, не стоит давать. Только одну колоду. Ну, как тут? Так, это 1-6. Показываем. Однерка. Шестерка. Ну, теперь, Маша, играешь на 6 или на 1? На 1. Куда я паду? Сюда. Так, пойди. И конец какой? 5. Пятерка, переключай. Цифру называешь ты, если неправильный ответ, или карта возвращается. На 5, на 4. Подкинул. Там я пока это... Была же пятерка, да? Да. Я просто не успел, а пятерка еще... Ну, это разрешается, да? 4, так. 4, 6. Так. Да. 6. Ну, остановилось, да? И все, да. 4 карты. Угу. Миша. Хожу на четверку, пятерка. Пятерка, четверка. На четверку 0. Ой. Ну правильно, 0. Я контролирую. А, это же есть так, точно. 0, 6, 0, 6, 0. И все. Я остановился. Так. Три карты, да? Нет, еще? Все? Так, одна карта. Так, карта заход на меня. Верно. Так, 6, 7. На семерку. Двойка. Остановился и докладываю карты. Царапина. Конец. 8, да. Да, скажи, я же тоже. 81. А вот 81 у меня. Конец. Да. Покажи мне здесь чуть дальше. Так, это у нас 12. А нет, тут есть двойка. Двойка, шестерка. Так, я не понимаю, что это происходит. 12. А где ты увидел 12? 6, да. А, я думала, 12. Контролируем. Если бы вот так были концы в 1-2, это еще куда ни шло. А так нет. Так. Так, а вот эту вот шестерку тоже можно. Молчим, молчим. Тут знания люди. Семерка. Можно на семерке, а можно на двойке. Можно что, оставить? Можно. Можно оставить. Можно переключить на семерке. То есть самим себе надо жизнь-то не утяжелять. Смотрите, комбинация, да? Алла, понимаешь, да? Угу. Можно оставить 7-7. Угу. 2-2. Угу.
А можно без изменений. И это уже делаем, да, под другого человека. Но так, вот было подаем. Так, было так. Я положила 7-2. Ну хорошо. Ну, да, да, да. Пускай будет семерки, чтобы мы увидели. Это надо потом эти комбинации читать. Вот было 7-7, да? Так же? 6-7. 6-7. А, 6-7. Пардон, я тут. Да. 6-7. 6-7. Когда 6-7. У меня все, я говорю, все, да? Угу. А, мне дают эти карты. 6. Так. Значит, 6. И что, мне придется мало менять? Нет. Так, а тройка мне нужна. 6, 4. Тут нужно, наверное, смысл такой, чтобы продолжить себе игру. Да, да, да. Лучше... И думать и так, и так, и так. Лучше 6-0. Даже такая вот тут уже вот она знает. Чтобы выйти из игры, но надо их выставить в строго определенном порядке. Если порядок сменить, уже игру не закончится. Так, 6-0, да? Ну ладно, хорошо, допустим. Сайжана, да? Правильно? Это Сайжана? Сайжана. Вот для того, что есть. 7, так. 7, 9, 7. Так, что у нас с мостами? А тут нету. Нет моста. Он не ляжет, потому что он же 4-9, а тут 4 нету. Так. 2, 7. Ну все. Ну все, ага, остановились. Так, осталось 3 карты, 3, все. Прикупа больше нету, играем оставшиеся. Да, сегодня вопросы возникли. Играли в казино и на прикупе, надо потом подумать. Предложение вводить вторую колоду и уменьшать до 5 карт, в общем, как-то надо подумать. Это надо, видишь, Галя, надо отыграть. Да, чтобы решить это, надо отыграть. Вот все решается тут только через практически. Да. Сыграть и тот, и другой вариант. А ими же, да? То есть прикуп такой бесконечный, да? Ну, закрой, ну, в принципе, да, все равно закончится. Я когда сегодня ввел, да, бесконечный прикуп, все равно расходится. Просто я там видел, да, один стал сменил, другой не понял. Если нет, то она пропускает ход, да? Так, что есть еще? Два из семи. А у меня 5 карт, это нормально? Да. А все, уже прикупа нет, да? 2-7. У вас не может, да? Нет, нет, нет. Нет, так, ну на три что переходит? 21. Нет, это что? 17, 8. И надо так, чтобы увидели, уже подбрасывать. Так, все. 8, 7. Как осталось? Ну, Алтана. Нету, да? Ну... Остановилось. Так, 7, 0. Так, играем на 0. 8. На 8. Однерка. Я могу попытаться вас обмануть, так что вы всегда нужно проверять. Остановился. 1-8. 1-7. Смотрите, даже еще мосты не вошли. 1-7. Все они в игре. Так, 1-4, допустим. Так, 4. 4, 4, 6. Ну хотя бы их выкинуть уже надо. 6-1. Если нужно играть на отбой. Уже 6-1. Прикупа нет, уже он по одной карте осталось. Так, это 2-4. Так, 1-2, 2-4. Вот так вот, да? Так, значит, 1-4. Это вот так вот. Нет. Нет. 1-4. Нет, а. Не ту звезду ты поворачиваешь. 1-4. Тут на 7 там семерка. В принципе, можно объявить, кто тут ближе сидит, да, потому что когда много. Так, и так, на четверку конец. 2-4 на двойку. Если конец называется неправильно, да, все, карта возвращается, человек, значит, не знает. Ну, так, чтобы уже... Нифига себе. Нифига себе, нифига себе. Так, и это у нас 6-4. Ну, там нет. Нет уже, все.
правильный заход, и игра остановилась. Такие должны быть правила всегда. Так. Так. Ну, так, чурка переключили опять. Вон, 2-5 вон сидит. Так, анса 2-7. Угу. Ну, можно играть, так, я вам вижу. Допустим, так, потом. Ладно, так. Значит, я кладу двойку, переключаю на 4. Получается 4-7. Вот, так, и потом. Есть, ага. И потом мост. 4, ну, наконец, мост появился. 4, 4. Вот, 7, а 7. Я не хочу мост, я хочу. Не, мост сюда входит, он только мост. Вот так. А? И польза от него, что он расширяет комбинации. Угу. Вот был один мост, это было 4, а появился 4 и 9. 9. Я подкидываю девятку. 4 и 9, я тоже 9. Я не меняю, я же могу, да? Не меняя ничего. Так, теперь четверку, если я переключу, 7, так 4, мне надо на 6 как-то переключиться. На 3 и на 6. Нет у меня такой возможности, да? Так, куда я положить? Так, положите и объявляйте. Стоп. Для всех, даже при правильной карте, но неправильно названо, да? Потери хода. Ну ладно. Потери так потери. Все, да? Да. Так, все увидели, что еще человек мог играть? Да. Угу. Ну, уж сказали, потери хода, я подчиняюсь. Не, ну я это... Это шестерка? Да. Нет, это девятка. Это четверка, это семерка. А это 4-2. Забрасываем ее, сюда ложим. На четверку. Конец? Два. Два. Так. И остановились. Текс. Ой, Маша. Я, кажется, снова. Ну, пропустила, но ничего страшного. Сейчас в конце добавится, человек сейчас расширит. Так, Алтана вставляет мост. Куда, сюда? Или куда? Не, вот так, вот так. Так, два. И где еще звезды? Один, два. Ой, ты поснимай, а мне камера мешает. Человек вышел из игры. Так, концы 1, 5, 9, 7. Играем. Так, на меня, да? 1, 5, 9, 7. Пропускаю, нет у меня вариантов. Так, 9 где у нас? Угу. На что переключаем? Хороший вопрос. И какой именно звезду? Тут может человек-то вообще не в теме, да? Правильно, ноль. Дальше. Дальше. Ну можно. Вышли из игры уже. Саня Прокопьевна, за вас хочу порадоваться. Ноль. Пять. На что переключить? А может быть вот... Ну можно сюда, а можно сюда. Ну куда ходите? Как? Конец. Пятерка мне нужно. Пятерка. Ну хотя есть же пятерка. Или облегчить мне. Так, 3, 5. Опять сюда. Конец. Тройка. Правильно. Так, и что 6-4? Где у нас тут 6-4? Здесь что, семерка? Семерка. Нету концов. Ну, а хотя бы одна карта осталась. Так, значит так. Да, тройка. Все, появился мост. 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 А не только так вот, чтобы... Это здорово. Расширяется комбинация. Так, 6-4. Это что? 3-6. 1, 5, 3, 6, 7. Да, вот здесь можно на шестерке, на другую, а можно оставить, вот уже по желанию. Да. А, ну да, закончили, да? Так, кому жизнь облегчить? Ну ладно, все, закончим. Маша, заканчивай. Вроде концов много. Ноль. Все концы. Карт тоже много. На ноль. 3-0 на 3. Для всех, видите, 6-3 подбрасываю. Комбинация легла. Видели, да? 1-0. Так, не туда положила. Так, ошибка 0. Ну, в принципе, да, потери. Уже человек попытался, да. Так, я захожу, да? Текс. Закончил. Захожу на тройку. Двойка. Захожу на двойку. Какой конец? Ноль. Мама. Ну, я на шестерку захожу. И что? Нет, я четверку. Четверку. И Маша осталась. Давай, Маша. Ну, 2 минуты. Вроде взять этот ход. А я ловил, да? Мосты вставляются, да? И сразу резко расширяется. То есть скорость это... Даже мы когда втроем начинали, время засекали, заканчивалось за минуту, потому что...